Рыбки дорогие, здравствуйте! Сейчас мы с вами сделаем таро-прогноз и узнаем, что ждет людей под знаком зодиака Рыбы с 27 марта по 2 апреля. Итак, рыбки, смотрите, у вас могут быть такие состояния, что вы можете в чем-то разочароваться, вам может что-то надоесть, что-то может вам наскучить, и вы почувствуете, знаете, такое немножко местами, не всегда, не каждый день, но могут быть такие эпизоды какие-то, когда вот вам становится скучно, жизнь не радует, и хочется вот ну как-то чем-то разнообразить ее, да? Вот, но карты вам говорят о том, что на самом деле лучше всего вам будет отвлекаться на рутину. То есть, если вы чувствуете какое-то там неудовлетворение собой, ну, встаньте, разберите хлам, выкиньте там старые вещи, которые вы уже не носите, выкиньте все, что там, не знаю, сколотую посуду, все то, что вам уже больше не служит, все то, что уже не приносит удовольствия, радости, чем вы уже не пользуетесь, все, что вам надоело, убирайте это все. Если вам там, не знаю, вы давно, грубо говоря, окна не мыли, помойте окна, помойте люстры, протрите пыль на шкафах наверху, то есть займитесь такой рутиной, которой вы не занимаетесь ежедневно, просто переключитесь. То есть каждый раз, когда вы будете чувствовать какое-то там небольшое уныние, расстройство, разочарование, скуку, особенно скуку, вот скука больше всего, наверное, подходит сюда, просто переключитесь на какую-то рутину, используйте эту энергию для того, чтобы очистить пространство и убрать что-то ненужное из вашей жизни. И это такой медитативный процесс, который приводит мысли в порядок, и закончится все тем, что вы найдете какие-то новые интересы, выходы. То есть вам придет в голову что-то такое, чем разнообразить свою жизнь, а что такое придумать? Что такое сделать интересное, с кем встретиться, может быть, вы что-то организуете, то есть у вас совершенно точно появится идея, вы, разбирая какие-то старые вещи, убирая что-то где-то лишнее, ненужное, наткнетесь на какие-то воспоминания из вашей головы, которые вам дадут подсказку, что именно вам сейчас нужно сделать. Это очень, кстати, классный такой, вот мне кажется, самый интересный, наверное, расклад из всех, которые я сегодня сделала, самый такой практически полезный, вот, класс просто. То есть каждый раз, когда вы испытываете вот это неудовлетворительное состояние, идете, занимаетесь рутиной, и в процессе вам приходит ответ на то, как выйти из этого состояния. Потрясающе. Я просто счастлива, что у меня сегодня такой классный расклад получился. Удачи вам!